Только суд присяду, суд народа, сказал Сергей Иванович, сможет разобраться в этом деле. Я предъявить. Где правда, где лучше. Справедливости ради хочу отметить, что вопросы правды и лжи возникают и возникают на протяжении всего судебного процесса, при допросе свидетелей, оглашении показаний, приложенных к документам, а также при исследовании писем и других документов. Сергей Иванович, а вам я скажу, что я здесь только услышал клеветы ваш адрес от Першина, Дружко, Кошара и других, что у меня нет теперь никаких сомнений, что он прекрасный человек. Убедительно прошу вас, уважаемый присяжный заседатель, не будьте легковерными и сами проверьте все доказательства и оцените их исключительно исходя из своего желания. Я благодарю вас за внимание. У меня все.